Друзья, всем привет! Сегодня будет распаковка для моего смартфона Poco, конкретно Poco X3 NFC. Вот она посылочка для него, сейчас мы распакуем, посмотрим. Здесь, по моему мнению, находится, ну, вполне себе нормальный, интересный чехол, который стоит вменяемых денег. Я бы даже сказал, дешево стоит. Ну и для начала еще немножко сам рекламы. Смотрите, у меня тут нож лежит, которым я сейчас буду вскрывать ту самую посылку. Если кому интересно, что за ножара такой, очень похож на японский меч, перейдите на канал. Только что недавно совсем опубликовал видео. Сейчас я буду как раз таки вскрывать эту посылку. Ну а также с левой стороны у меня лежит Poco X3. Вот такой вот у меня серенький красавец. Всем рекомендую этот телефон покупать, потому как он за свои деньги сейчас шикарное предложение. Да, в скором времени там появится Redmi Note 10 Pro, возможно, Redmi Note 10. Я не знаю, как они их там назовут, но появится линейка новая, десятка. Но Poco X3 все еще актуальная модель. За свои деньги он предлагает то, что не могут предложить остальные производители. Это самое лучшее предложение на рынке. Особенно если вы берете побольше памяти, вам этого телефона будет за глаза. Хороший аккумулятор, хорошая автономность, 120 Гц, шикарный дисплей, Type-C разъем, стереозвук, NFC. Все, что вам надо, необходимо для работы. Поиграть. Здесь, кстати, мощный процессор, 732 Snapdragon. Поиграйте 100%. На высоких настройках, PUBG, Asphalt, Call of Duty, все поиграете. Ну что, приступим к распаковке. Чехол добирался 15 дней. Это очень быстро. Ссылки будут в описании. И более того, этот чехол подходит и на другие модели компании Poco X3. Ну их, правда, там немного. Там, по-моему, Poco F1 и Poco F2 или F2 Pro. Ну, в общем-то, если у вас те же самые модели, что только что перечислил, перейдите, поставьте галочку напротив своей модели, вам придет то же самое. Я лишь покажу на своей модели. Просто мы посмотрим, стоит ли его брать, вообще стоит ли он своих денег, есть ли у него достатки или недостатков он не имеет. Ну что, начнем. А, ну, пожалуй, еще вот что написано указанного продавца. У нас, значит, чехол для Xiaomi Poco M3. Да, в смысле? Ну ладно, перейдите по ссылке, посмотрите, будет там или нет. Раз, два, три, четыре, пять расцветок можете подобрать. У меня, по-моему, вот самая крайняя расцветка. Что тут еще? Ну, люди довольны. Короче, вот чехол просто изумительный. Идеально подходит для Poco X3. И камеры аккуратно обрамлены. Задняя стенка бархатистая и очень приятная на ощупь. Класс, до Белоруссии прибыло за 37 дней. Серьезно? 37 дней? Так долго до Белоруссии? Чуть это? Доставка до Омска, кстати, вот меньше 3 недель. Вот это уже нормально. Чехол бомбический. Ну, давайте смотреть, насколько он бомбический. Стоит дешево, проверяем. Так. Пакетик самый дешманский для упаковки. Обычная упаковка, кстати, с AliExpress, желтого цвета. Так, чехол у нас сразу идет такой, не просто полиэтилен поганенький, а упаковка именно магазинная. Я так понимаю, что он еще и брендирован. То есть у нас вот название того самого бренда, который выпускает этот чехол. Кстати, бренд продублировал свое название на своем чехле. Сейчас мы посмотрим более внимательно. Знаете, я вам скажу, цвет довольно-таки эффектный. Я думаю, вам понравится. Но для видео такая расцветочка, такой картинки вполне будет достаточно. Черный, согласитесь, или там темно-коричневый. Не сильно было бы интересно вам смотреть. В принципе, это, наверное, стандартный чехол, как обычно приходит. Там резиновая подложка, сверху принт, либо, вот как в моем случае, якобы кожа здесь. Ну, это не скрывает продавец, что на самом деле это не кожа, а молодой дермантин. Чехлы на самом деле таковы хороши. Они ж лишь бывают от разных производителей в той иной степени иногда хорошего качества или же плохого. Ну что, с тыльной стороны, как там писали, бархатно. Что тут бархатного, я не знаю. Ничего здесь бархатного я не вижу. Обычная резина. Не знаю, поправьте мне в комментариях, но я ничего такого здесь необычного не вижу. Бархатная, не бархатная, ну, не знаю, просто резина. Так, ну, на первый взгляд все так неплохо, очень ровные отверстия. Да, это все же резина. А вот, кстати, вот эта сторона, она не просто, она вот, кстати, бархатная. Да, она очень приятна на ощупь. Я надеюсь, камера правильно передает расцветку этого чехла, потому как расцветка у него, я попытаюсь вам сказать, почему-то на камеру смотрю, то ли синяя, не знаю. Она такая зеленовато-мятная, бирюзовая, какой-то непонятный цвет, но очень приятен на, ну, на взгляд. Далее, подгонка шикарная, посмотрите, обратите внимание, что по шву, где обрезано это все, никакого клея не вылазит, ничего, очень ровно отрезано, очень ровно приклеено. Сейчас мы примерим. И еще хочу обратить ваше внимание также, что это 2D текстура, то есть она ощущается, вот эти волокна якобы дерева, да, они вот, ну, они ощущаются, да, они имеют текстуру.
как и оттиск надписи. Ну и мне нравится, что здесь блок не по кругляшу сделан, а именно по самому блоку выпирающему. Это мне нравится. Многие писали в комментариях, что покажи чехлы именно вот именно с таким решением. Давайте примерять. Так, у меня приклеена защитная пленка толстая, керамическая. Недавно было видео, перейдите на канал, посмотрите, шикарная штука. Как видите, матовое покрытие, не видно моего отражения. Это на что-то на вроде того, как, ну, как на ноутбуках матовое покрытие. Не устают глаза, не остаются отпечатки пальца, очень быстро скользит палец. Перейдите, то видео посмотрите, будет полезным. Дешевая штука и лучше стекла хотя бы в том, что оно не бьется, в отличие от стекла защитного. Не придется так вам часто менять, в отличие от, от защитного стекла обыкновенного. Так, ну и к чему это все? Проверяем. Чехол как раз в линию с защитным стеклом, защитной пленкой. Смотрите. Практически он даже кое-где выпирает, по углам выпирает. Так что, кладя вот таким образом на столешницу, да, не будет царапаться. То есть чехол умудряется не только дисплей защитить, но и ваше защитное стеклышко или там пленку, как в моем случае, толстую, керамическую. Отлично, шикарно. Теперь у меня вопрос к камере. Так, на камере у меня приклеено также защитное стекло. Смотрите, вы сейчас видите очертания. Обратите внимание. И будет ссылка в описании. Это очень дешевая штука. Крайне рекомендую приклеить эту хренотень. И, блин, эта фигня вам хорошенько спасет ваш блок от царапин. Почему я это? Посмотрим, как защищает чехол блок с камерами. Так, ну, блок с камерами я вижу. Надеюсь, видно на камере. Он все же заподлицо, что ли? Слушайте, прям заподлицо. Ну, короче, если не будет защитное стекло у вас приклеено, все равно камера под защитой, но под минимальной. Там где-то какие-то там микроны. Тем не менее, царапаться телефон не будет. В данном случае я не пойму, вроде бы как все же цепляется стеклом защитным. Вроде как. Имейте в виду. Но, тем не менее, все отлично сделано. Так, по отверстиям. Сверху отверстие четко, ровно. Смотрите, прямо идеально. Снизу смотрим. Снизу. Ну, просто шикарно. Разве что немного промахнулись с микрофоном разговорным, да? А так вообще претензий нету. Перфорация под динамик просто великолепная. Обратите внимание, как все сделано. Дальше у нас здесь два отверстия вешать на запястье руки при путешествиях. Здесь у нас сканер отпечатка пальцев, она же кнопка включения-выключения смартфона. Качать громкости плюс-минус, сейчас проверим ход. Но она интересно так оформлена, как обычно. Это здесь также указано плюсиком и минусом. Ну, ход отличный. Вполне себе вменяемые, если по 5-бальной шкале, то на четверочку с плюсом. Ну, палец прикладывается отлично, потому как здесь, посмотрите, какая фасочка, такая выемка шикарная. Впереди мы выглядим таким следующим образом. Черная окантовка, которая не прибавляет смартфону в размерах, что мне очень нравится. Защита 360 градусов, хорошая резина толстая. То есть не прибавляет особо, но и защита 100%. Далее здесь защита камеры, спереди защита дисплея. Ну и таким образом у нас смотрится чехол сзади. Пишите, как вам нравится, не нравится. Как по мне, чехол хороший, я его рекомендую к покупке. Вполне неплохо так вообще визуально, мне понравился. Плюс там еще 5 расцветок. Можете подобрать под свой цвет любимый, как я уже говорил. Ну и давайте еще макро покажу вам. Текстуру ту самую. Очень неплохо. Вот действительно не стыдно. Не стыдно показать чехол. Рекомендовать. Своих денег он однозначно стоит, а даже если учитывать то, что вы покупаете напрямую от производителя, то еще не переплачиваете. Шикарный вариант, как по мне. Ссылки будут в описании, покупайте, если он вам понравился. Также ссылка в описании на смартфон. До новых встреч!